В Славянском районе второй год действует государственная программа формирования комфортной городской среды. За этот период на благоустройство города и сельских населенных пунктов привлечены программные средства свыше 47 миллионов рублей. Результат – 4 обновленных красивых сквера, 12 благоустроенных дворов многоквартирных домов, внутри которых новые тротуары и асфальтированные подъезды, детские и спортивные площадки. Все это сегодня радует славянцев, создает именно ту жизненную среду, в которой люди себя чувствуют комфортно и безопасно. Первую неделю декабря полностью завершено благоустройство второй части Аллеи Любви. На днях здесь прошел небольшой митинг, приуроченный к окончанию работ. Глава города Александр Берсенев дал хорошую оценку фирме-подрядчику, работавшему на этом объекте. Народу нравится. Этот сквер у нас, он сейчас стал очень посещаемый. Если вечером выйдешь, посмотришь, сколько здесь молодежи, мамы с колясочками, с детьми, да. Ну и народу нравится, честно говоря. А когда народу нравится, значит и нам нравится, да? Спасибо за то, что вы присутствуете на этом открытии. Я рад, что мы осуществили эту программу. Ну, я думаю, парк существует. Председатель районного совета Григорий Литовко, обращаясь к собравшимся, отметил, что смыслом программы формирования доступной комфортной среды, разработанной партией «Единая Россия», было привлечение жителей к активному участию в выборе зон, требующих ремонта и реконструкции. И такое взаимодействие в нашем районе получилось. Благодаря партийному проекту формирования городской комфортной среды этот проект более расширен, и в нем приняли участие и наши сельские территории, Коржевское поселение, Петровское поселение, порядка 6 дворовых территорий на квартирных домах в Петровском поселении сегодня благоустраивается. И уверен, что программа эта будет работать и в будущем. Новые дорожки, красивые фонари, малые формы и скамьи для отдыха. Аллея Любви стала больше и комфортнее. Сегодня это любимое место для посещения у жителей и гостей Славянска на Кубани. С девушкой постоянно тут сижу, гуляем. Честно, да, на... да, вообще классно, красиво. Красиво, да, атмосферно. Газон всегда хороший такой. Угна на каждом шагу есть, нормально. Больше лавочек будет, будет лучше, больше людей будет приходить. По программе «Комфортная среда» на этом объекте благоустройство в текущем году освоено 8 миллионов рублей. Территория аллеи органично соединилась с улицей Красной, где также по программе сделан новый тротуар из плитки на протяжении 3 кварталов от Красной до Стаханова. ЗАГС здесь, молодые выходят, красота какая, поэтому я считаю, это стоит этого. И сколько свадеб проходит, люди все радуются, красиво все, что там можно говорить. Поэтому мы очень рады. Я в восторге. Прекрасно. Вообще Славянск становится все краше и краше. Я очень люблю Славянск. И это место очень люблю. Большое спасибо тому, кто вообще вот эту идею воплотил в жизнь. Кто родил эту идею, кто ее воплотил. Все прекрасно. Спасибо. В следующем году Славянский район планирует продолжить участие в программе, чтобы благоустроить еще одно общественное место, любимое жителями – Северный парк. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Мастеренко. Программа «События».